Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездил у меня туда муж. Вот, сейчас уже у нас поздний вечер, и чек будет у меня, как всегда, в конце видео. Тут у меня хулиганство творится. Вот такое вот хулиганство. Вот такая вот у меня, точнее, у мужа получилась закупка. Что-то я ему пишу списком, что-то он докупает сам, естественно. Вот, поэтому, да. Давайте начнем отсюда. Здесь у меня лежит наполнитель для кошачьего. У меня вот, которые возрастные мои животные, Каспер с Гуни, они ходят только вот в такой, особенно Каспер, только в древесный. Насыплю какой-то другой, даже если смешаю с древесным, ничего, все. Но я нашла такое местечко, где они не сильно все это разбрасывают, поэтому, в общем, супер. Эта вода я купила, точнее, мужа попросила купить, это для школы. Ну, у нас там в школу после физкультуры, в общем, в школу, в класс мы покупаем воду и, ну, как бы все, да, от всех родителей. Вот, в общем, купила 3 бутылки, обычно я отдельно покупаю, но он в общий чек, поэтому показываю. Вот, картошку вот такой вот он купил. И здесь у меня кондиционер. Такой Ленор взял. Ну, я попросила любой взять. Вот, соответственно, он взял. Ну, и давайте здесь яйца С1. Ну, С0 это отборные, да, вот он взял С1. В общем, какие были, такие взял. Тут что-то, не знаю. Мясо, значит, свинина карбонат 291 рубль и окорок 276 рублей. Кстати, может быть, шашлычок какой-нибудь сделаем. У меня мясорубка сломалась, вот, ну не знаю. Ну, куплю мясорубку, сделаю фарш. Вот. Дальше, куриная грудка 299 рублей. Вот взял. И рыба. Я ее вот так в пакете оставила. Что-то ее очень плохо запаковали. Она там вся мокрая, вся потекла. Рыба это у нас что? Форель радужная. Непотрошенная, да? 549 рублей она стоит. Две рыбки, может быть, засолим одну. Как раз хорошо будет к Новому году, может быть. Так, конечно, взял вот такие штучки. Какие-то, видно, новые ня-нягицы. Ну, они на самом деле, наверное, будут как обычные нагицы. Вот, и вот такие вот еще классические. Дальше колбаса вареная, сосиски вот такие черкизовые. Кстати, вкусные тоже вот. Нам нравится колбаса, папа может. И сосиски вот эти венские, черкизовские тоже очень хорошие. Вот, и здесь набрал всякие вкусности он еще. Взял вот такой вот кусочек. Ну, это муж меня очень любит, кстати, вот эту вот штуку. Сало с чесноком и черным перцем. Ну, это действительно очень вкусно. Бывает, попадается такое, знаете, которое прям мясо-мясо вот здесь вот. Ну, в этот раз не сильно много мяса там, но все равно. Вот это очень вкусно. Это, кстати, кто у нас производит? Москва. Вот адрес производства. Вот. Дальше сыры. Взял вот такой вот сыр. Сыр Богатов, король сыров. 499 рублей за килограмм. И вот такой вот голландский. 569 рублей за килограмм. Ну, сыры мы любим. Еще вот здесь вот такой сыр Гауда. В нарезке, кстати, вот этот очень вкусный сыр. Не первый раз уже покупаем. Вот такой плавленый 4 сыра. Кстати, удобно тоже вот эта упаковочка. Ну, это меня побаловать. Потому что я очень люблю вот этот сыр с голубой плесенью. Обожаю прям. Вот, так что кусочком. Я его просто так ем, кусочком. Конечно, вкусно с вином, но я не всегда с вином его ем. Иногда я просто кусочек тебе отрезаю, прям балдеж. Вкуснее конфеты. Ну, для меня, по крайней мере. И он, мужу моему, кстати, нравится вот такой сыр. Тоже не первый раз уже берем. С тмином запеченный, то есть со всякими травами вот этот мягкий сыр. Они очень вкусные. Продается вот так по половинкам и целые обычно в ленте. Тоже вкусные, ему нравится. Паштет. Кстати, я тоже не любитель паштетов с шампиньонами какой-то и вот такой с индейкой. Вот, ну вот эти вкусные паштетики, вкусные. Шпроты взяла и селедку. Как раз, может быть, сделаю селедку под шубой, потому что он еще свеклу купил, я вам тоже ее покажу. Тут, конечно же, не обходится у меня. Лео, нельзя. Как нельзя, да? Как нельзя, когда вкусно так? Вот, кетчуп томатный. И здесь немножко молочки. Вот такие Даниссимо взял вот эти вот. Они тоже любят у меня. Вот такое вот тоже очень вкусно. Вот это с печеньем здесь, с какими-то орешками такими. Тоже очень вкусно. Вот это нам понравилось. С карамелью вообще обалденно. И слобода. Слобода тоже люблю очень. Йогурт. И вот этот вот здесь с чем он?
семейный завтрак. Грецкий орех с изюмом. Очень вкусно. Вот две такие взял. У меня муж любит, и я тоже. Ну, мы так. Бывает, едим молочку, бывает нет. Актуально вот эту сыворотку сок ананас помята. Тоже попробуем. Ну, тут он напитки. У меня муж всегда напитки много набирает. Яблоко, апельсин. Это клюквенный морс. Томатный сок. Пепси, квас какой-то царский взял. Вот, летом пили квас, видно, сейчас тоже хочется. И кофе. Спрашивали у меня, какой мой любимый кофе. Вот он. Не знаю, как называется это марка, вот как-то так, наверное, да? Мокко. Именно девушка, которая вот это вот с красной, вот этой, как это, челма, да, называется? Или, ну, вот то, что у нее на голове платочек. Именно вот с этой девушкой. Мне и девушка вот это очень нравится. По мне, так она очень симпатичная, просто пакетик помят. И кофе вот этот очень вкусный. Здесь 1 килограмм зернах. Есть молотый кофе тоже, то есть для турки, для френч-пресса, да, вот этого. Но вот мы для кофемашины в зернах покупаем. Дальше, конечно, у меня чипсики тут взял, ну, куда без этого. И соль, вот такую. Так, хлебобулочные изделия. Вот это вот... Очень вкусный вот этот хлеб лентовский. Я уже тоже как-то говорила. Хлеб лепешка царская. Вот это вообще обалденная. Стоит 73 рубля, но она очень вкусная. Прям мягкая-мягкая. Прям вообще обалденная. Дальше дарницкий хлеб. Хлебный дом вот этот тостовый. Хлебный дом нарезной батон. И немножко тут вкусностей всяких, да. Вот такие кексы. Кексы, кстати, ну это не кексы, это маффины, карамель. По 89 рублей, две штучки, но они обалденные, вкусные. И такие тоже шоколад, 89 рублей. Вот, очень вкусно. Вообще вот эта вся выпечка, ну, в нашей ленте, по крайней мере, очень вкусная, прям нам нравится. Дальше макароны, вот такие спагетти, лентовские вот эти, кстати, не первый раз тоже берем. Неплохие макароны, очень даже, я бы сказала. Вот, и вермишелька, вот такая. Дальше еще круассаны. Это у меня на завтрак с собой берут. Ну, в общем, тоже по-всякому. И немножко фруктов, овощей. Яблоки Гала. Тоже вкусные, кстати, яблоки. Они 79 рублей. Дальше здесь клементины. Вот у меня муж все время берет клементины. Они сильно слаще. Слаще обычных мандаринов. Тоже нравится. По 112 рублей. Здесь еще бананы. Бананы у нас по 59, считайте, 60 рублей. Дальше взял он два авокадо. Вот таких вот. Не знаю, по сколько рублей, наверное, в чеке будет видно. И огурцы. Что-то мы огурцов едим много. Томаты 131 рубль. И здесь у меня еще, вот я на стул положила, лук. Вот этот эконом. Кстати, эконом хороший лук. Обычный, самый простой лук, ничем не хуже каких-либо остальных. И свеклу эконом, как раз я ее отварю и сделаю, наверное, селедочку под шубой. Обалденно будет. Правда, у меня нет майонеза. Вот, ну ничего, это дело поправимое. Вот, так что вот такая вот получилась закупка у моего мужа. И сейчас покажу вам чек.